Детской музыкальной школе номер 3 исполняется 70 лет. Кульсум Захарова – ее ровесница. В этом классе она большую часть своей жизни обучает детей сольфеджио. Сольфеджио развивает все качества интеллектуального человека. А это действительно так. Сольфеджио – это музыкальная математика в действии. И нужно и слышать, и соображать, и концентрироваться. Сама Гульсум Саитовна в музыкальных школах не училась. В ее родной Кушве в годы ее детства был только музыкальный кружок. После 9 класса она поступила в Нижнетагильское музыкальное училище, а после связала свою жизнь с преподаванием. Мои стремления юношеские к большой сцене, гастролям и прочее, я поняла, что это было ложное. И я благодарна судьбе, то она меня направила на, в общем, внедрила в многотрудную педагогическую стезю. В третьей музыкальной Гульсум Саитовна работает с 1972 года. Уже тогда это была одна из ведущих музыкальных школ города с многочисленными классами, различными направлениями. А начиналась ее история в 1948 году, в тяжелое послевоенное время, в переоборудованной квартире в четвертом доме на улице Кутузова. Первыми музыкальными инструментами в школе стали скрипка, баян и фортепиано. На сегодняшний день музыкальная школа расположена в трех зданиях. Это одно здание на Гастелло и два здания находятся на Гальянке, на Дружинина и на Черноисточинском шоссе. А первоначально школа была открыта как филиал первой музыкальной школы, которая Римского-Корсакова у нас. В 2018 году третьей детской музыкальной школе было присвоено имя просветителя, ученого, этнографа, музыканта Николая Ивановича Привалова. Сейчас в школе обучаются 535 детей. Свои таланты и достижения они представляют на многочисленных конкурсах. Международный уровень, областной, региональный, территориальный, городской. Дети с удовольствием участвуют. И на всех этих конкурсах обязательно бывают награды. Будь то диплом, будь то лауреатство первой степени, гран-при и так далее. То есть везде мы с каждого конкурса привозим какие-либо достижения. За 70 лет в школе выпустили около 4000 музыкантов. Не зря в наших сегодня учреждениях, в общем-то, очень много детишек. И здорово то, что им нравится это. И когда смотришь на игру ребенка, и когда у него есть радость, когда у него получается, есть радость в глазах, это интересно. И за это огромное спасибо, конечно, педагогам в первую очередь. 70-летний юбилей школы музыканты отметили праздничным концертом в Центре культуры и искусства НТМК. Целая уже прияда, целая череда поколений выросла замечательных музыкантов. Выросла в педагогах, которые пришли работать в том числе в школы и воспитывать других талантливых детей. Третья музыкальная школа имени Николая Ивановича Привалова живет насыщенной творческой жизнью, воспитывая новые и новые поколения тагильских музыкантов.